И в руководстве трех регионов, похоже, назревают изменения. О намерении досрочно сложить полномочия объявил сегодня глава Курской области. Александр Михайлов возглавлял регион 18 лет. В обращении на сайте областной администрации он выразил надежду, что бразды правления примет представитель молодого поколения. О желании досрочно уйти в отставку также заявила глава Забайкалья Наталья Жданова. Она руководила краем с 2016-го. Ну и вот буквально только что о намерении сложить полномочия заявил на сайте администрации глава Башкирии Рустем Хамитов. Напомню, на прошлой неделе президент сменил глав еще в четырех российских регионах. В рамках курса на обновление управленческих кадров новые исполняющие обязанности руководителей были назначены в Санкт-Петербурге, Хакасии, Липецкой и Курганской областях.